Приемная кампания по сдаче домов после капитального ремонта близится к завершению. В ближайшие 3 дня специальная комиссия намерена проверить последние 12 многоэтажек из 32 капитально отремонтированных в этом году. Сегодня оценку получил дом номер 14 по улице Победы. Подробности расскажет Татьяна Красикова. Жители этой четырехэтажки не нарадуются новому ремонту. Нина Ивановна живет здесь с момента постройки. Капитальных преобразований, говорит, не было ни разу. А теперь, удивляется, дом стал похож на ту самую новостройку, в которую въехали почти полвека назад. Домом мы очень довольны. Теперь у нас дом просто элитный. Красивый. Если бы он вообще в центре стоял, он бы украсил вообще весь центр. Очень хороший дом. Все жители очень довольны. Вот там в подъезде поставили новые окна. Мы очень довольны. У нас были старые, плохие окна, не закрывались. Новые окна в подъездах – лишь малая часть сделанного. В доме заменили кровлю, утеплили и преобразовали фасад, облагородили входы в подъезды, заменили электрику, полностью поменяли инженерные сети. Большая проблема в этом доме была – это все коммуникации лежат по квартирам. Люди отзывчивые, шли навстречу строителям, делали допуск. Поэтому, скажем так, мы здесь поменяли полностью инженерные сети. На сегодняшний день полностью дом сдан. Всего на этот дом ушло 10,5 миллионов рублей. Выполненными работами жильцы довольны. Довольны ремонтом. Хочется прямо сказать спасибо большое всем работникам, которые принимали в этом участие. Работа была проведена большая. Поэтому мы довольны. Специальная комиссия положительно оценила все работы. Со стороны общественности ход капитального ремонта контролируют единороссы. Мнение жильцов здесь выслушали депутаты горсовета Лариса Гончарова, Николай Репухин и Любовь Киреева. На этом доме мы были от А до Я. Как только приступала подрядная организация работать с жителями, ежемесячно встречались, общались, решали вместе какие-то вопросы, смотрели, чтобы был баланс интересов, чтобы жители допуск давали. Здесь, на этом доме, мне очень было приятно работать, потому что здесь такое было понимание. Люди, именно собственники жилья, очень радушно к этому отнеслись, понимали, что это важное направление, что-то необходимо сделать, и оказывали всяческую помощь подрядчикам. Всего в этом году в Белгороде капитально отремонтировали 32 многоквартирных дома. Завершить приемку оставшихся многоэтажек планируют в ближайшие 3 дня. Татьяна Красикова, Александр Подубный. К этому часу. Белгород.